Сегодня на международной выставке форума России в Ульяновской области программа очень насыщенная и стартовала она буквально с первых минут на поле ВДНХ и продолжится до самых последних мгновений, в общем-то, до закрытия. Программа стартовала с подписания соглашения с правительством Республики Марий-Эл, который сегодня, кстати, тоже 25 ноября проводит день своего региона. Соглашение касается развития проекта торгово-логистического маршрута Средняя Волга, Каспий, Персидский залив. Это не единственное соглашение, которое сегодня подпишет 73-й регион. Как минимум еще одно будет касаться промышленности, а именно авиапрома, на развитие которого сделан акцент и в том числе еще и при оформлении нашего знаменитого стенда в Ульяновской области. Наши предприниматели представили свою продукцию на специально оборудованных площадках. Это и зона универмаг, и другие территории. Там гости ВДНХ могут познакомиться с продукцией, которой славится наш регион.